Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов с сайта на OpenCart в CRM-систему Bittrex 24 в качестве сделок. Это нужно для того, чтобы в автоматическом режиме передавать все новые заказы с сайта на OpenCart в другие системы. Например, вы можете удобно вести учет заказов в CRM-системе Bittrex 24, обрабатывать их там, а также всячески с ними взаимодействовать. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных OpenCart. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите, чтобы с сайта выгружались все новые заказы, указываем действие «Загрузить заказы новые». Далее необходимо подключить ваш OpenCart к системе Apex Drive. Для этого кликаем «Подключить аккаунт». На этом этапе вы можете дать название своему аккаунту, если это необходимо. Если нет, просто кликаем «Сохранить». В этом окне необходимо скачать файл-коннектор, который вам нужно будет загрузить в корневой каталог вашего сайта. После того, как вы это сделаете, вам необходимо указать URL для этого файла в соответствующем поле, после чего кликнуть «Сохранить». Я же буду использовать уже подключенный аккаунт OpenCart в системе Apex Drive. Если вы выполнили все вышеописанные действия правильно, то подключенный логин отобразится среди активных аккаунтов, его можно будет выбрать и продолжить работу. Для системы OpenCart дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из заказов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных OpenCart успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Bittrex 24. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите, чтобы на основании данных из OpenCart создавались новые сделки, выбираем действие «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Bittrex 24 к системе Apex Drive. Для начала необходимо указать тип установки вашего Bittrex – облачная или коробочная версия, указать страну регистрации вашего Bittrex, а также прописать домен портала. Для этого перейдем в ваш Bittrex 24. Для начала необходимо установить приложение Apex Drive в ваш Bittrex 24. После успешной установки необходимо из адресной строки скопировать домен портала без дополнительных символов. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль пользователя Bittrex 24 с правами, которые необходимы для работы с выбранной сущностью, в данном случае со сделками. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать воронку и статус, в которой будут создаваться новые сделки при каждом новом заказе на OpenCart. Далее необходимо заполнить поля Bittrex 24 переменными из OpenCart. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную.
Когда все необходимые поля Bittrex 24 заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Bittrex 24 в качестве сделок при каждом новом заказе на OpenCart. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Bittrex 24». После успешной отправки переходим в Bittrex 24 и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bittrex 24 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!